2 июня 2017 года приехал ремонтировать теплицу. Капля 3М 10-метровая. Также две штуки стоят уже здесь, в промышленных масштабах. Что-то выращивают здесь, говорят, цветы. Понял, понял, да, конечно, сделаем. А цветы-то какие выращиваете? Лилии, ромашки. Лилии, ромашки, да? Всякие там разные. Понял, понял. Все, говорю, никак, фигура тут, фигура там. Ну, то есть, две теплицы оправдала третью теплицу, да? Да, да. Ну, все понятно. Сейчас третью поставим, через год пятую будем ставить. Да. Так, ну что, тут ровно, свинец? А сейчас у меня... Сейчас у меня напарник разберется с этим вопросом. Вроде, я говорю, по веревочке, по реечке, вроде бы. Сейчас, сейчас все он сделает. Собран каркас. Труба 20 на 20. 10-метровая теплица. Форточка открывается наверх. Захотел-то клиент. Виталий, как всегда, точит у нас. Все, каркас стоит, сейчас начнем крыть. Закончен монтаж. Капельки 3 на 10. Из 20-й трубы брус 100 на 100. Двери купе. Один. 7 подвязки, 2 нитки. Укосины. Также вбиты колья. И попросили форточку сделать, чтобы открывалась наверх. Необычно. Ну так все, брус 100 на 100. Труба профильная 20 на 20. Также рядом стоят две такие же теплицы 3 на 10. Стали в прошлом году. Клиенту все понравилось. Выращивают цветы. То есть бизнесмены. Бизнес. Бизнес. Тут я не знаю, что это такое, тоже, наверное, цветы. Виталик, после просмотров, это, что надо палец показывать, куда? Пальчик вверх нужно ставить. Это заходите на наш канал в Ютубе, звоните, спрашивайте, интересуйтесь.